Подожди, все. Угу. Ну, нет, сама. Вот, да нет, вот так сама, держи все. Красивые серьги по 100 рублей. Вот. Вот, тебе же разрешили, на, держи. Вот. А я же так не могу как-то. Ну вот пальцем, вот, держи. Что говорить-то никак? Смотри в экран. Нет. Я ж снимаю. Что говорить? Подальше. Подальше? Да? В экран смотри. Все по 100 рублей, томатов. Да ты шо? Хороший магазин, это остановка между Октябрем и Московским. Может, правый уже? Я не знаю, как им снимать. Правым будет. Тут было много очков. Подальше. Подальше? Да. Всякие пилочки, ножнички. Попадаешься, что есть. Сама смотри. Смотри на фронт. А вот я же смотрю, что пацанчики заболели, выздоровели, я сказала. И когда мы заболели, я сказала, что пофигеть, Слушай, кольца это хорошо. Вы его выделили? Кольца. Серьги. А, так мы серьги снимали. А, другие. Смотри. Что, не заходи? Ты думаешь, это самое? Не говори. Ну так можно держать. Хочешь, вот так держи. Только руку так фиксируй. Часики вот по 100 рублей. Вот всякие. Это какие-то крестики, да? Красота. Красота. А вот такие блестящие. Что это, куда их надевать? На уши? А вот на шею. О, большие. Не говори, смотри, как красиво. Красота какая. Бусы. Все по 100 рублей. Остановка Октябрь чуть-чуть ниже по Московской. А вот смотри какие. Если это будет, его можно так взять, правда? Вы приедете? Да, в следующий раз приеду. С подружкой. Тогда возьмем что-то еще. Вот да, пацанов. Для пацанов. Это они такие. А меня не жалко. Браслеты. Такого не было. Я говорю, да, конечно. Конечно, ты не помнишь это. Серьги деревянные. Серьги деревянные. Да нет, деревянные. Красота. А это серьги такие. Ой, вообще. Ляпочные. Гипюровые. Вообще красиво. Вот на руку браслеты. Вот. Вот так, да? Ой, на руку браслеты какие-то. Класс. На ногу. На ногу. Вот на ногу. Ну, я же говорю, на ногу. А вот это что у нас? Это на руку. Да. Угу. Вот, чехлы вот еще. Тут много-много чехлов можете. Вот. Какие хочешь, вот. Как духи. О, ну, на мое не подошел телефон, видишь, ну ничего. Как сумочка. А ну, разверни. С той стороны, видишь? Ой, да, смотри. Как сумочка. Ой, красивая вообще. Сумочка. Это мы подружки нам разрешили снять. Это спортинит они. У них нет такого, я говорю. Приезжайте. Вот да. кто любит президента? Ну, Путин разный, смотри. Да? Здесь вот какой. Блин, жалко, мне не подходит у меня. Я люблю Путин. Мне Путин не подходит на мой телефон, поэтому подошло, что есть. Вот девочки есть. Это для мальчиков. Для детей. Для девочек, да.
каких только нету. Вот. Угу. Да, не знаешь, какой выбрать. А, лишь бы так, подошел. Такая красота. Котики. Ну, тут, знаешь, не знаешь, тут же по своей модели определенный угол какой-то. Ну, да. Маленькое количество. Это такая же вот эта нога, они же не на каждый телефон. Вот, ну, да. Для девочек. Ногти. Ой, ногти? Ногти, да, нарисовали. Ляка красиво. Ой, а тут, смотри, кольца. Это кто замуж хочет такое? Колет колечки. Замуж. Да что ты боком повернула? Так и будет боковая. Ну и что? А я же им повернула, как оно лежит. Собачки, кто котиков любит. Уже выбора практически много. Ага, я всем показываю этот магазин. Да ты, да? Молодец. Да. Вот у меня и Женя приходил, подобрал. Все, я уже пришла, подобрала. Подобрала все вот. А ты не могла подобрать. Ручки. Партенит пришла, дай хлопца, говорю, дайте мне. Они говорят, ничего нет на ваш телефон. Сумочка. А новый, говорит, у вас телефон, на него нет. Так и недорого. Да и недорого. Там же цены какие. Эти халло. Ой, вот котики. Ой, в общем, котики. Любые сумочки. Ой, еще котика можно найти, если захотите. Угу. И хорошенький все. Такой все красивый, все хороший такой. Бери, бери, не хочу. Да, Вика, бери, что не хочешь. И... Что подойдет. Да, да, да. Что подошло, то и взял. А тут всякие мелкие. А, вот тут а, тоже. А, здесь тоже, да. Так, покажу, и на планшеты тут можно. Ой, на планшет, да, смотри, как хорошо подобрать можно. На планшете. Кому надо, вот в планшете можно приезжать и брать. Веревочки, вот такие цветочки. Ой, вообще красота. Да. И мелочь всякая такая для кухни. Они привезли вам такие прихватки такие? Большой очень. Вот все. Для кастрюли. Вот это надо приходить. А то я все хожу, нету. Тапки, вот смотри, три пары на 100 рублей. Ну, пожалуйста. Для квартирантов. Да. Да. Хорошо, да? Квартирантам оставлять, действительно. А то ж, как эти, ой, есть такие квартиранты, что ну, есть. Со своими приезжают. Вот пояс, пояски, одежда. По 100 рублей, вот, все лифчики, все что хочешь, сами. Да, носочки какие. Ой, боже, все маленькие. Фонарики, игрушки. Вот на стол, я тут брала тоже с дельфинами. Ну, я уже в следующий раз приеду, деньги получу. Маечки. Тогда прийти, надо взять. А жалко, плаката нет президента. Я везде ищу, нету. Не привезут там? Может, привезут когда-нибудь. Да нет. 10-го будут смотреть. А, 10-го ага. Привезут. Да. Сентября. Давай покажем, где находится. До свидания. До свидания. Девочки, приходите. Ну вот. Все по 99. Ой, все по 99. Так, идете. И тут радио, колонка всегда работает. Я вот там остановка Октябрь, которая в горы, в город, как бы сказать, и там потом вокзал. Встаете там, вот так переходите и сюда чуть-чуть пройти, там переход. Здесь вот чистый дом, там почта, вот так спросите, там речка. Почта, да, где почта, где речка, где шутка. 10 числа привоз. Тут еще все по 10, но это другой. А, другой, не, я не пойду. Все, ты на вокзал пойдешь? Пойдем на вокзал. Вот, Ялту покажи. Показывай Ялту. Так ты учись. Ой, смотрите, это глициния вот эта. Смотри, видишь, куда доплелась, до пятого. Ага, аж на пятый этаж или какой-то этаж у нас там. Да. Всякие бутики, шторы, парикмахерские. Медоборы какой-то. Пойдем, Вики, за 100 рублей шоколадку я возьму.
Не надо нам ничего. Чё, чё? Ну, просто. Чаю попьёте. Мы сами себе купим. Ой, прямо? Заработаем. А-а-а. Работаем. Чё, работа? Выпечка. Ой, дети. Собака на меня. Да? Да. Я бачу. Такая одежда, школьная форма. Арбузик. Ох, арбузяк. Да, слушай. Ой-ой-ой, сколько он весит тут. Да ты что, наверное, наверное, хорошо весит. Килограмм 15. Это овощно. Дедушка продает. Деревяшечки. Вот там остановка Октябрь, с вокзала следующая, вот там. А здесь пешеходный переход. А АТБ, ПУТ. И сюда перешли, и чуть-чуть прошли, и там... Да, там магазинчик. Да, тот магазинчик. Да, магазинчик там. Пошли тебе на вокзал прямо. На вокзал. Да, вот сюда я выйду, да? Да, прямо. Тут цветочки продают. Прямо, и ты выйдешь как раз на вокзал, ага. Там, где уезжают троллейбусы. Ага. Хочешь на троллейбусе? Не, на автобусе поеду. Ну, там автобус. Через подземный переход, да. Увидишь. И как раз выходишь и направо, ага. По ступенькам. Поеду на переход, на автобусе. У меня же прямо перед... Ой, какие цветы, я вот такие цветы хочу. Вот это за ними ухаживать надо. Ну да. Ну красиво, смотри. Какая... Смотри, какой странник пошел, дедушка. Пошли, пошли, пропускай. А то точно как в Москве, не пройдем. А я вот там живу, пойду туда. А. Агентство недвижимости. Здесь всякие цветочки. Ты видела, да? Я смотрела это самое. Сам был Адамян. Делает себе ремонт. Будет делать. Ага. Вот. Ну, посмотрим, какой будет у него ремонт. Хороший, не бедный. Хороший, да? У него ж куча денежек. Банк РНКБ. Все. Все. Ты да. Далеко идешь? Домой? Да, помахай. Помахай. Пока. Приезжайте в Крым. Ялту. Да, в Ялту. А куда хотите? Да. В Партенит. В Партенит, в Ялту.